А пиратов снимаешь? Ну, конечно, снимай. Слышь, снимай, моя хорошая, ёшкин кот, я уже почти договорился, но человек говорит, что все, не успел ли по вам, через OLX доставку. Смотри, что я почти нам нашел. Мантышницу? Да нет, скороварка. Ну, уже купили, только что жена позвонила, говорит, все. Так у мамы есть скороварка. Даже липованну не продавай. Что, вот такая вот? Ну, вот такая. Какая-то алюминиевая есть. С набалдажником? Да, да, да. Ты что, первый раз такую вижу? Если я для тебя попрошу, мама тебе даст. А можешь сам попросить, ей приятно будет. Татьяна Михайловна, дайте, пожалуйста. Ваша Катя дала, и вы мне дайте. Сережа, вот как я теперь должна это показать маме? Мам по 70 лет есть. О, оно ей надо по-любому. 70 лет. Там с маркировкой все. Ты что, сейчас будем договариваться? Я извиняюсь, если вы неправильно меня поняли. Правильно? Таки пардоньте. Как это? Ваша Катя дала мне возможность подарить вам внуков. Вот за это ей огромное спасибо. И вам, мамочки. Всего мира. Ты что, ну это, короче, уже купить не можно. А я что, еще не поздоровался? Нет. И уже так вот со старту на коня, и мы ворвались в барахолку. Друзья, всем привет, с вами Детский Ливан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Ты что, счастье вдруг. Постучало звери. Ага, это про нас. Потому что что? Мне кажется, надо вот это алюминиевое. Катюня, включай фантазию. Да нет, надо. Картошечка, же, надо ребрышки, же ты что? А карачочки в конце концов, бедрышки, стегна. Как говорят в Израиле, пороги. У меня пороги. Денег нету, Сережа. Что у него нет? Денег у меня нету. Так может я в долг договорюсь? А, ну это ты давай. А почем? Хозяин алюминия в Одессе. Сколько? 250. А? Так это что много? Нет. Она же ровная. Была бы кривая, я бы еще торговался. Так, тут а же ее даже, в духовку тут не даже поставишь. Зачем мне в духовку? На гриль, на гриль. А котлеты паровые делать? Давай возьмем, она ровная. Тебе там надо, бери, очень Сережа. Удобно. Если надо, бери. Все, за 200 договорились, правильно? Все, Катюня, ты что? А чемодан на сдачу взять? Короче, друзьяки. Здравствуйте. Привет, из Одессы мамы. Посмотрите, что у нас сегодня происходит. Что за люстра, Катя? Все, галопом бегом туда. Пошли. Там по-любому что-то. Да стой, человеку хотя бы дай денег дать. Я сейчас засуну пылесос. Что тут еще? Шуршат, Сережка. Ага. Братик, на. Тебе дуже дякую. Очень приятно. Шикардос такой. Все. Ребята, кто заимел вот такую радость, вам таки приятного аппетита. Она такая разложенная, что ой. Да я же вижу, она такое ощущение, что вообще на ней никогда не готовили. Ну, хотя бы даже не роняли. Ровная. Как моя эта штука. Слушай, пищевой алюминий. Знаешь, сколько он стоит в Китае? Рубль 70 или рубль 40. А-а-а. Ты что, сколько? Нет, 4 рубля. С крышкой. Рубль 40. Все. А сейчас вообще бесценная вещь. А, Маратжан? Ты что? А здесь же можно все, что угодно готовить. Мы итальянские блюда. Мы пойдем или будем здесь выплясывать с этой миской? И паэлья, и лазанья, и мамалыга, в конце концов, замешивать с собой удобно брать. Ладно, с тобой вот это вот, даже и песню не споешь. Да? И все-таки Одесса, Одесса и остается, и нет такого места, где есть такое солнце, где есть такое море, а в море парус белый. Если бы не было бы Одессы, что бы я делал? Тебе... То же самое, что если бы не было и барахолки, то, получается, и не было бы Одессы. Вот это музей под открытым небом. Шикардос. Тебе лампу будете в Одессе. И что, о чем такая? 80 тысяч. А ты что? А ее если наполировать, она же вообще бесценная да, будет. Ты что? Ты что? Смотри. А? 59-й год. 52-й, по-моему. 59-й, братик. А если так перегнуть, так она вообще не из этой планеты, да? Хорошая. Мне сказали, не трогай, человек понимает, он разберется с ней. Конечно, да, может, кому не надо наполировать. Она меня не любит, когда я прошу наполировать, понимаешь? Это не любит. Вот так вот, короче, чем старше выглядит, тем лучше. Так, продастся по-любому. Катюша, ну что? Пошли? Пойдем, нам ничего Сережа, не надо для антуража. Хорошего тебе дня, будьте здоровы, я вас смотрю. Спасибо огромное, снимаю шляпу, ребята, всех, кто смотрит, спасибо огромное. И ножи еще есть? А, ну так это же какое-то там серебро. У тебя, на, сдача выпала, большое держи, спасибо. Тебе пригодится. Вот, вроде 20. Ножей у меня, слава богу, хватает. Каня, чайник китайский. Сереженька, ладно, я подожди, барахолка вот вся впереди, а мы еще. Все, хорошего дня, спасибо тебе огромное. Здравствуйте. Барахолочка кормит. Да ты что?
Как там? Волка ноги, а липова на барахолке. А, я тебя накрыл? Такие, пардон. Слушай, у вас там что, все в семье такие балованные? Ай-яй-яй. Принцесса девочки, моя. Девочки, да, Сережа? Да? Да. Идем, может, что-то еще китайское оторвем. Ты, Катюша, стои по сторонам, чтоб тебя никакой сейчас бампер не украл. Ой-ой-ой. Эксклюзив. Таки да. Вот это чесночница, ёшкин ты кот. Здрасте. Да, я, у меня просто вот такие головки чеснока есть, я сразу подумал про другое. Вот это давит, так давит. И что, почем такая? Я понял. Виноград. Шары китайские. Как шары китайские? Лук деревянный. Ага. Ты что? Такой хорошо, как это, людям на подарок дарить. Все равно тебе вернут. Слушай, прям какие-то китайские шарики. Или то другое. Шо? Ой, Сережа. Бокалы хорошие. Я хочу обойти. Слушай, мы шли туда, а пришли сюда, получается. Чего? Ну, потому что здесь тоже хорошо. Хотя, а как это? Столько всего красивого, елки-палки. Понимаешь? Катюша, слышишь? А как ты мимо прошла вот такого? Какого? Вот такого. Елки-палки. Прям хрусталь. А ну-ка. Вот это да! Сколько ходим, первый раз такое вижу. Смотри, еще и чопик подходит. Да это он настолько старый, что я даже... И что это чудо бесценное, почем? Я понял. Он понял. Хорошее, я все понял. Когда такое увидел. Не, а тут у ребят цена, оно именно вот такого, что аналогов нет. Скажи, а ты ту губную... А, я понял. Губная гармошка меня, походу, ждет. Катя, а тебя, походу, это чайник. И лампа красивая. И лампа красивая. А губная гармошка? Ну что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ты что? Это на самого губатого человека во всем мире. Такая. Да ты что? Так это Иоганн Себастьян с нее начинал? На флейте своей выступать? Страдивари? А когда губы у него заболели, он подумал, лучше я скрипку сделаю так. Дешевле для здоровья. Катюня, барабан волосатый. Это что-то из племени майя. Гармошка, это Вицин Никулин Моргунов. А это радио ретро, ты посмотри. Ты что? Гудменс. Куда его? А? А так это ж наш, мы же за него не переживаем. Не-не, а тут же знаешь, что это наши... Нашего еще и покормят, хотя тут в Одессе все дети наши. Ага. Не, мы не отдадим. Катя, а? Ты что, себя увидела, елки-палки? Не, ну многие хотели тебя такая, посмотреть. Такая же веселуха, как я, да? Такая же, да. А вот это ты. Мы с тобой пара. Это какой? Вот этот вот? Да. Упругий? Не, да, вот ну это я вот. Черный. Нет, да успокойся вот, ты, вот. Елки-палки, на. Смотри. Ой, какой заяц. Тебе в волосы. Ну, покажи мне этого зайца. Вот этого? Mm-hmm. Это крольчиха, а не заяц. Хорошая, вот такая. Красивейшая. И что, чуть дороже, чем у того графин? Блин. Хорошая. У нас скоро день рождения, давай я тебе подарю. Да нет. Чего? У тебя же день рождения. Дай денег, я тебе подарю, что ты как это. 750. Я подумаю, Сережа. Она подумает, дать мне или нет. Она, если бы мне дала, так я бы сразу ее купил. Очень красивая. Очень красивая. Вот этого котеночка. Котика? Да. Просто подай мне. А может, тех лошадей ты хочешь? Нет, котика. Вот этого маленького? Не-не-не. Не-не, вот того. Интересного. Ага. Сколько стоит? Класс. Ну, хорошо, дай я посмотрю, в кого я там влюбился. И как тебе? Ёшкин кот. Страшненькая. Да ты шо? Или ничего? Ты шо, ко мне повернулась жопой? Да. Фу, со стороны жопы трусы одели в баню, Катюша, такое нельзя смотреть. Красивые. Почем этот бинокль? 2000, ты шо? Сергей, я уехала. Давай. Дальше. Все, спасибо. О, спасибо. Лафетники.
Подожди, мы же хотели Марату сделать подарок и взять его с собой на барахолку. Но у Марата что-то случилось с котом, и у него сегодня доктор. Я не говорю, что ему надо лафетники подарить. Слушай, а что это за курочка? Что-что? Как ты думаешь, для чего вот эта курочка? Какая? Курочка? Да, вот эта вот. Ну, яйца. Яйца. Яички ставит, да? Да. Красивая. У кого стоит, так можно ставить, да? Тяжелая. Сережа. Ребят, спасибо, крепкого здоровья. Спасибочки. Так, Миланька, ты ничего не потеряла, все на месте. Бублики у тебя появились. Кто-то дал. А, о, вот отсюда блестело, ты видишь? Рында, здравствуйте. Здрасте. Ваша люстра, чтобы вы понимали, аж на Таирова через привоз блестит. Я еду, ой, оно мне блестит. Мой, я еду, привезли, оно мне блестит. Голубого. Миланя, ты посмотри, куда ты пришла. Ты сейчас кайфанешь, а? Ё-моё. Тут что, не экспонат, то колокольчик. Посмотри. Что не колокольчик, то экспонат, еще, да? Еще и ручки дверные есть. Эх ты. Эх ты. А вон та, которая на деревянной дощечке. Попробуй. А? А ну. 5500. Это звоночек дверной. Да, это на двери. А это вот так вот. Зин-зин-зин-зин-зин. Да, за пружинку тянешь и... Ань? А потом выходишь и говоришь, это кто тут, ёшкин кот, балуется? Ань? Аня, ты говоришь, дай мне потрогать. Подожди, тебе рано такое трогать. Вот мы у вас вот эту чашку взяли, вот та, что прямо сильно китайская. Да. Такой даже в Китае нет. Чтобы вы понимали, как она из нее чай пьет, это надо видеть. Это да? Серьезно? Вот а что ж вы его не всем показываете? Без подумки. Миланюшка? Я просто уже, правда, не помню, какую. Я сейчас вам покажу. А ну-ка, сделайте доброе дело. Идите. Катюня, а посмотри, тебе мадам сейчас покажет. Он или не он. Смотрите. Вы его тут... У меня их два есть. Нет, не так. Удалять не надо, это вы свои объявления. Надо, чтобы вы когда-то в них зашли. Не оно? Нет. Оно! Нет, она! Может, да что ты не, конечно, что это? Какой? Вот сейчас, блин, покажу другую. У нас более темный. Его сочнее, да. Такой цвет. Да, сейчас вам покажу. Какой именно у вас. А у вас? Вот такой. Да, да. Вот. Ты что, ну покажи. Ай-яй-яй, и чайник есть? Да, и чайник, и сахарник, и молочник. Ничего себе. На 10 персон там. Блин, это ровно столько, сколько у нас... Друзей на сегодня есть. И что? Почем вот эта чай с друзьями попить? 7. Это получается по 700 гривен с каждого, да? Да. Все, друзья, с вас собирайтесь на чай. С вас по 700 гривен. Мы тоже участвуем? Ты что? И будет тебе счастье. Ты да. Ж, не, ну это бесподобие, это шедевр. Да. Это держишь в руках, а и понимаешь, что вот. это просто сейчас красота. Сейчас покажу, что он тончайший. Вот тончайший, то, что мы брали. Да, да, да. Она прозрачная. Да, вот она же, нежнейшая. Да. Прямо светится. Эх, те, кто смотрели видео, вот. Так и называется, чашка на миллион. А, о, это про нас. Подожди, это, а вот это что? Что? Ну это клей, это что, ага. На просвете. Ага, это ж, ага. Костяной фарфор. Хорошо, вот это прелесть. Так что, если что, знаете, если где что, можно мы взять, знаем, да? Где взять, да. Хорошо, спасибо. Все, Миланька, смотри, там ляля маленькая. А, спасибо. Расстроилась. Уже я думала, это ваша платье. Не-не-не. Бубочка хочет кушать, да-да-да. Сережа, будет. Вот в какую сторону? Туда или туда? А куда тебя ветром надуло? Вот туда я иди. Я посмотрю. И умывальники. Пошли со мной. Сейчас иду. Катюня. Вот такая еще вот одна. Всего хорошего дня, до свиданечка. Да, до скорых встреч. Катюня. Что, Сергуня? Там я подслушал, люди говорят, что Славик гончар на базаре. Может, дойдем до него? Откуда ты в курсе, если я тут такой подслушиваю? А я с ним переписываюсь, еще от тебя, а, Сережа. Ладно, хорошо, никаких секретов. Идем до Славика кофейка бахнем. Походу уже сейчас люди начнут скоро собираться. Мы на привозе чуть-чуть задержались. А который сейчас час? На моих белоснежных 20 минут второго. Нормально, мы все успеваем. Да, воды попила, чего можно и порадоваться. Миланька, давай, скажи пока-пока, поехали. Эх ты, друзьяки, ты что там путаешься? Давай я тебя распутаю наоборот, идем. Дядя Гена там у нас по пути. Опля, ты красота. Папина. И что, а? Смотри. Света сидит в машине, заказы принимает.
Светочка, здрасте. Здоровенькие были. Вы что, тут заказы через интернет принимаете? Да. Ребята, кто еще не купил печку и турку замечательную, всех к ней. Телефон, вот, Славика. Идем, здрасте. Здравствуйте. Ты что? А где вы дели Наташу? Ёлки-пиголки, ты что, Кондрат Иванович? А я ж помолодел, и волосы. Вы меня тоже напугали. Вот ты даешь. Ты что, Наташу подсидел? Я ж не пугаю, я припугиваю. Я понял, вот это ты. Так я после твоих припугиваний прибухнуть уже хочу, ёлки-палки, так напугал. Кофе от тебя пахнет? Ай-яй-яй-яй-яй. Ты что? Нечего удивить народ, сегодня, короче, мы... Что? Распродался. На новой почте, получается, отправку делать. Ну, плюс еще одесситы приходили свои. Ага. Забирали. А я буквально вчера вот это вот кофеек варил из этой замечательной турочки. Ох, он тут совсем другого вкуса. Пыхтит. Слушай, это не барахолка, а соборка, елки-палки. Ты что, колокольный звон. Ага. Шикардос. Славик, что я хотел сказать, пока мы кофе не напились. Мы тебя завтра зовем к нам в гости. Да, спасибо большое. Да, если что, если тебе там лепить нечего, хотя тебе есть все время, что лепить. Ты когда полепишь, руки отмоешь, приезжай к нам. Алена завтра приедет, тиз привезет. Что еще там? Елку мы такую выбрали, голубую, с теми шишками. Это не мы выбрали, это я выбрала тебя на день рождения вообще-то. Лопату? У меня есть. Есть, все будет нормально. Будешь шашлык жарить, короче, а я там буду копать, что-то будем сажать, так что такие. Эх ты, наливай. Кому? Ребята? Катюня, сними внимательно. Есть. Слушай, в твой инстаграм приятно заходить. Спасибо. Заходишь, а там все время что-то дымит, что-то коптит. Люди так жарят люди сбрасывают на его печках. Ну а что? Ну, так да, должно быть. Скидывают люди свои уже испытанные печки. Творение. Да, печка шикардос. Все шикардос. Что, налей чарочку доброго кофе. Катюня, а иди сюда, я тебе еще одни рога покажу. Какие рога? Ох, а весы какие, ты посмотри. Где? Да вот они, геть старинные. Вот те, что не поднимешь и не украдешь, понимаешь? Вот те, с гусями. Слушай, а ты меня... А не, вот тебе лампа. Не поведешь прогуляться? По барахолке? Да. Ты что, себе такую не хочешь? Ну, пока нет. Камень дорогой, что, металл замечательный. Еще электричество подкручивать можно, понял? Тише, громче, да? Как на керосинке. Хорошая вещь. Так, продастся. Не, надо уронить, чтобы продастся. А, да? Хотя мы такие еще можем, да. Рога великолепные, насос не продался, чехол от стыки стали. Ой, там что-то голубое, можно я пойду схожу посмотрю? Что-что? На голубое тянет? Может, я тебе хоть саксофон сыграю? Или как это называется? Это труба. Ах, Одесса моя ненаглядная, без тебя бы не смог. А я забыл. Вероятная, не душою молодеть, не шутить, не песни петь, не шутить, не песни петь. Ты видишь, как голос меняется в зависимости от нажатия? Во мне что-то музыкальное по-любому. Профессионал, что тебе умерло. Сказать? Здравствуйте. Ох, Катюша, эх, ты ушла. С ролик, да? Есть у нас. Серьезно? Ой, дамкишон. Ты что, я еще и немецкий знаю. Обалдеть. Так это у вас посуда прямо аж оттуда приехала? Да-да. Ты что? Смотри, что не тазик, то немецкий, Катюша. А вот то вот дырявое, смотри, собака больше человека. Елки-палки. А, все, я теперь все. Ребята, спасибо моей фантазии, не благодарите, секрет открыт. Короче, сюда насыпаешь заварку и наливаешь кипяток. И вот так вот пьешь, заварка в тарелке, а во рту то, что надо. Правильно? Я думаю, откуда, ну зачем такие дырявые красивые тарелки? Во-первых, мыть удобно, лишнее смывается. Еще и с документами. А ну покажи мне вот эти вот с цветочками, такие интересные. Кого, кого, кого? Тарелочки? А? Парковаться знаю, только если почта. Вы новая почта. Вот эти с цветочками. Так, вот так им скажите, что вы доставку привезли. Сереж. Что? Покажи мне вот, вот. Это они все разные? Все разные. Это к выставке цветов выпускалось, ну, каждому году. Ты что, почти ее год рождения. Смотри, а чем дальше, тем старше, ты понимаешь? Мы сейчас так и до 78-го дойдем. 87-й. Прямо прелесть. Катенька, вот под тот чайный набор на 10 персон. И чтобы чем одна такая тарелка? Я так, не для себя, для друзей интересуюсь. Да никаких проблем. 400 гривен. Ой, ребята. По 40 гривен с каждого. Дешевле, чем на чай к нам прийти, да? Это... Слушай, это будет новый формат гостей. Каждый приходит со своей посудой. Со своей тарелкой, да? Она подержит. Да, мы ее умоем, и у нас остается. Сейчас она у вас навыбирает, навыбирает.
а тебе какая? Это я давай бегом выбираю уже тарелки. Подержи, я в Германию еду. Подожди, ну что собираю ты торопишь? Я не люблю, на когда... Пастера еду. На Пастера здесь недалеко? Нет. Это уже... Ну да, то, что с Германии в Одессу приехала, тут и осталось. Здесь, я вас прошу. Давай, еще 4 можешь накинуть. Я 7 тарелок могу просто понести в двух руках. Так. Почти Октоберфест, да? Ну да, да. Держи вот эти. Вот мне всегда хотелось. А ты был там? Нет. Эх ты, елки-палки. Далеко немножко. Я не знаю, мне или пиво бахнуть, или на те груди посмотреть. Что-то меня туда тянет. Я думаю, что на груди, Серега. На груди? Блин. Ну, такой, как ты, это тебе только на груди. Какое пиво? Не, ну так они же там по 12 литров носят за раз. Это только на грудях, а еще же в руки можно взять. Открой меня, вот как ты сейчас держал. Я считаю, нам нужно. А нам по-любому нужно, правильно? И что, даже поторгуемся. За 1000 сейчас все заберем. Я так сказал, как будто бы я умею торговаться. Нет, это мне много будет. Здрасте, красота. А, о, елки-палки, здравствуйте. Я тоже взяла красивые себе. Что, прямо аж вот такие? А ну покажите, что у вас. Может, меняться будем. Пока. А еще и сковородку взяли. Молодец. Да, чугунная маленькая. Давайте я подержу, чтобы вам не тяжело было. Блин. Ты что, тут что семечки, что яйца, все ты будет шедевром. Аккуратно. А? О, красиво. Блин, вот вы ей такое не показываете. Красиво. Всего 200 гривен. Да ты что? Да. Вы, наверное, брали там, где мы только что были. Наверное. Ох ты что, Катя. Вот все, как ты мечтаешь. Угу. Вот тут сверху сидеть. А мы лялечки подарить. Так считайте, что уже подарили. Катя, а ну идем за угол быстренько лялю делать. Да, давай. С тарелками давай разберемся. А, ой, да, ты что? А, я уже думал, что это наше, ешкин кот. Тут чтоб не напутать. Сковородку отдала человеку? Да. Ты наторговал меня? Да. Да. Можно? Меня разнесло, короче, елки-палки. Ты посмотри, что это такое. Что? Скоро Новый год. А что они? Давай. Ни одного калибра. Давай, вот типа мы. Торгуйте тарелками вот так вот. Да. Тарелки недорого. На OLX в Германию выставляйте. Здесь берут. Спасибо. Все, и вам огромное. Так что ты мне дала, чтобы я их у себя оставил? Мне надо купить 3 тарелочки. А, это бубен? Да. Миланька? А вон, смотрите. Можно вот идите, вот там, где кофе пахнет. Да. Спросите, где наша. Хорошо. И вам скажут, что это уже ваша. Да. Кормить не надо, Катя ее покормила. Просто с ней сыграйте во что-нибудь. Кать. А. Точно. Там еще шел, там туфля кто-то потерял, думал ей взять примерить, а потом думал, может, кому-то нужнее. Ладно, шо? Рассчитайся. Сколько? Так ты тебе сказали, хоть, правильно? Хоть что-то на торг... 1000 гривен. О, прекрасно. Хорошо, что не дочь марок. Хотя сейчас... А сейчас же там у них... Да, да, то сейчас придется как это, типа барахолки искать, кто здесь марками торгует, чтобы с вами рассчитаться. Хорошо, Катюня, дай денег подержать, передам в Германию. Ты что, я еще сегодня в Германию ничего не передавал, давай. А как ты думаешь, почему я взяла 3 такие тарелки? У тебя есть мысли по этому поводу? Ну, тебе, мне и маме. Нет. Хорошо. Ты не хочешь отсюда яичко по утрам? У меня есть, пока что не хочу. Чтоб я тебе яйца выносил, не хочешь? Так ты мне будешь вот стены полируешь и будешь мне давать. Мадам, возьмите, вам передали. Спасибо большое. И вам огромное. Елки ты палки. А вот кумыс пить. Да, очень красивые. Очень красивые. Я уже второй раз на них смотрю сегодня. Там вот, где мы первый раз остановились, мне тоже понравилось. С Англии, ты понимаешь? Английский, да. Вижу, вижу, что не просто так деланные. Почем комплект? А, это... Не, мы сегодня просто его раз... Ну, мы 200 гривен чашка с блюдцем была, ну, можем поторговаться. И что? Пока ей не надо. Она ж такая у меня, как это, по-хорошему злопамятная. Она сегодня ходит, чтобы завтра оно ей снилось. И потом делать мне нервы. Там мы вас найдем, где вы, как это уже? А я милого, узнаю, да по тарелочкам. Вы уже от нас никуда, да. А, вы вообще первый раз? Вообще. Ой, вот, не, кто, не... вот кто раз губы помазал на барахолке, вот тот в нее и влюблен. Я тоже когда-то сюда ну, первый раз сходил. Так и мы для души ходим. Нам же как это, мы же не перепродаем, нам чисто мы порадоваться. И людям показать, да, что в Одессе у нас... Лучшее место за всю Одессу. Ты что, музей под открытым небом. К нам даже немцы приезжают, чтобы вы понимали, уровень какой. Ты что? Ну, а чтобы я там нигде
тебе немного лет. Нет, там будешь немножечко, ты красивая, тебе можно. Все, вам спасибо огромное, будьте здоровы. Спасибо большое. До скорых встреч. Слушай, а эти вот тоже красивые, ты видишь, это дюймовочка? Нет, смотрите. Это вообще подсказка Мандерсона. Это самый класс, то, что может быть. Возьми детям почитать. Так, а я вот взяла вот эти детям. Тут не хватает только одной тарелки. И тут, значит так, это дюймовочка, это спящая красавица, это пастушка и трубочист. Русалочка, они все с паспортами вот это вот, и серая. Ай-яй-яй. Это очень красиво. Это коллекционные тарелки, которые... Оно даже... Тут нет, тут только сейчас... Вот. Это... Красавица и чудовище. Не. Принцесса на горошине. А, это принцесса. Одно нету только у меня, но я ее все равно... Уже кто-то читает. Да ничего. Да. Найдете, так мы тогда этот... И купим у вас это. Так, спасибо. Огромное. Ну, дюймовочка вообще просто очень. Все, пошли милая. Поищем нашего ребенка. Мне кажется, она уже с бубном ушла куда-то там. Всего доброго. Дальше. До свиданечка. Слушай, первый раз такое вижу. Что? Чтоб утюг в виде лампочки был. Ну, вот фантазия, такой. Вот фантазия. Сыкая собака. Ох ты шо. Так это ты тут торгуешь. Я понял, что никто ничего не покупает. Он сейчас тебе все ее боятся. Катя, посмотри, какой ножичек для грибов. Ты видишь? Угу. А, вот тот. Шикардос. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько я грибочков покосил. Сережа, а где наш ребенок? Ходит уже. С бубном? Уже с бубном. Светочка, и шо? Вам только шляпы не хватает. Бубен есть, шляпу дам. Все, ребята, кидайте детям на конфеты. Да она бегает так, что не остановить. Так, тарелочки на базу, сделай паузу, давай выпьем кофейка. Анечка. Миланька? А что это за боже... красивая такая божья коровка? Боже мой, прилетела к девочке. На тебе. Боже, какая красота. Только это не едят. Светочка, это вы делали? Класс. И бубен есть, все. Медведика? А ну дайте потрогать. Ты что? Ёлки-палки, это как в страшном сне. Я почему детям до сих пор барабан не купил? Потому что мне здоровье надо было. А теперь что делать? Хава, нагила, хава, нагила, хава, нагила, верис, мига. Пригодится? Так что, кофейка бахнем? Давай. Боже, а это какая прелесть. И что, и все ручная работа. Слушай, какая красота, вообще супер. Славик лепит, Света разукрашивает. Ну или наоборот, короче, семейный подряд. И видишь, у них что угодно есть. Ой-ой-ой. А на Хэллоуин сейчас самый раз такую чашку подарить. О, ведер мэр лучик, аэрофон, тальвенсон. Смотри, знаете... Господи. На этот полет фантазии? Не могу сказать, что это. Значки. Значки. Такие красивые. Прелесть. Хочешь быть моей уа-туа? Да, я тебе перышко возьму вот это вот. Красиво жить не запретишь. Ты что, да смотри, как она легла, елки-палки, ты что прямо раскинул ноги широкие. А как зовут вашу прелесть? Как? Кася? Тася, Тася? А, Таисия, елки-палки, Таисия. Шикардос. А я переживал, где Наташа пропала. Наташа, оказывается, уехала за свеженькими. Будет на следующей неделе уже на месте, да? Ты что? Ох, придем первые. В субботу. Я сразу предлагаю на вокзал ехать Наташу встречать. Что? Может, кошек деревянных привезет? А, Наташа? Вы пока там, если будут кошки, то, конечно же, берите. Катюнь, а там впереди сейчас кошечки, собачки, животные, страусята даже есть. Вот на этой улице все, что хочешь. Можно и все живое. Можно я хоть на уголочек подойду, пока кофе не закипел, а? Смотрю, что там. Да, конечно же, можно. О, братик, здорово. Ты что, ты что? Где пропал хэви-метал? Еще на Бессарабии. Да? Да. Красота? Здравствуйте. Салют. Здравствуйте. Ты что, вот такие наши люди гуляют, да? Да. Дома все порядок, все да, хорошо? Все нормально. Барашки растут все нормально, да? Да. Ах ты что. Барашки, зайцы, барсуки, совершенно. Вино налилось. А у меня тоже есть, короче, там или Липовани мне передали, короче, еще там домашняя заехала отсюда с Беляевки. Вкуснячее такое, так что будешь рядом, забегай, будем. Вопрос. Все, хорошего дня.
передачу. Да у меня все есть, ты просто заходи. А у тебя нет брынзы, там, вина такого нет. Кстати, мне сегодня на привозе сказали, что ты болгарское не готовишь. А потому что у меня брынзы не было, скоро будет, так что... Наварим макарон, затрем брынзой, все, гайки. От души. Что я хотел сказать? Тебе сразу надо, иди купи себе. Давай. Что здесь? Кстати, опа. Стала турка. Первая пошла. Слайчика, ну-ка, елки ты палки дай. Подожди, подожди, постой. Паровоз. Не стучите колеса. А на доктор налей нам кофейка. Я Катеньке родной какую-то чашку налью от души и для тебя. Слушай, сколько? Ну он даже пахнет по-другому. Он даже пахнет по-другому. Ну так, так у меня еще не мерили. И что у меня? Ну там получается, что это 53. Хватит. Там уже... А судя по рукам, аж бегом. Что у тебя там внутри? 200 с чем-то. Сейчас. 400. 497. А вот на такой температуре готовится. Не, ну турка это шедевр. Просто шедевр. Катюня, а вот теперь точно официальная кофейная пауза. Или ты хотела туда идти? Не, уже все. Все? Пьем короче, кофе. Друзьяки, это души с расмастрением для вас сегодня вот так вот. Как с это? С фронтом? Не сильно меня размотало по барахолке, да, но попал именно в удивительные места. Так что до скорых встреч. Вам крепкого здоровья, хорошего настроения и вот такой в душе замечательной погоды, как у нас сегодня в Одессе маме. Эх ты, всем пока-пока. Чао.